Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На официальном сайте проекта Дом-2 открылся кастинг на место нового ведущего на Острове Любви. Любой зритель может подать заявку на участие и заполнить анкету. В приоритете яркие ребята в возрасте от 25 до 35 лет. Не упустите свой шанс. Сергей Кучеров, отмечая 8 марта, злоупотребил алкоголем и устроил настоящее шоу. Сначала он домогался Юлию Ефременкову, затем переключился на Леру Фрост, потом снова вернулся к Юлии, затем он нашел резиновую куклу и попытался от нее добиться взаимности. На следующий день Влад Кадони поругал Кучерова за такое поведение, но он совершенно ничего не помнил. Дима Дмитренко рассказал в видеотрансляции, что его девушка Оля Рапунцель не поддерживает его в стремлении стать актером. Она против постельных сцен, которые могут быть в жизни актера. Она хотела бы, чтобы Дима занимался бизнесом, например. У Димы же большие планы. Он мечтает о титулах, о призах, о звании народного артиста России. Кстати, Оля все-таки выпросила у Димы в подарок на 8 марта дорогой браслет, о котором она давно мечтала. Андрею Чуеву стыдно за новое поколение Дома-2. В видеотрансляции он сказал, что это безинициативные люди, которые не знают, что такое любовь. «У нас же у старичков, — сказал Чуев, — отношения искренние и настоящие». Марине Африкантовой удалось восстановить свой аккаунт в Инстаграм. «Я безумно рада, что невозможное возможно, меня восстановили, я опять с вами». Внимательные подписчики заметили, что Андрей Чуев опять носит обручальное кольцо. Вот что ответил Андрей на вопросы своих фанатов. «Да, кольцо мне очень нравится как изделие. По просьбе Марины я его когда-то снял, но теперь Марины нет, и я опять одел». Захар Соленко, который недавно разошелся с Майей Донцовой, пообщался с новенькой Дариной Марковой. «Пока, кроме красивой фигуры и красивого личика, в ней ничего не вижу. На данный момент мне нравится только Лера Фрост. И более того, эта симпатия обоюдна». Захар переживает, что Майя наградила его венерическим заболеванием. Он заявил, что ему нужно провериться у специалиста. По подсчетам Захара, у Майи на проекте было 9 мужиков. Правда, Майя успокоила парня. Она сказала, что волшебство было только с тремя, среди них и он. Ксении Бородиной исполнилось 34 года. Она устроила праздник в честь своего дня рождения в одном из лучших ресторанов. Скромные посиделки в кругу близких обошлись супругу ведущей Курбану Омарову в 1 000 000 рублей. Также он подарил Ксении браслет стоимостью в 4 миллиона. Из бывших домовцев на торжестве были Лена Бушина, семья Пынцари и Катя Жужа. Саша Артемова тоже отметила свой день рождения, ей исполнилось 22 года. Она вместе со своим парнем Женей Кузиным находится в Греции. «Это мой лучший день рождения, спасибо всем!» Как вы помните, Алена Ашмарина ждет ребенка, и похоже, что Илья Григоренко решил сделать ей предложение выйти замуж. Алена подписала этот снимок: «Я согласна, любовь моя, да». Как вы помните, у Алексея Самсонова и его супруги Юлии родился сын Мирон. И вот Алексей забрал свою любимую женщину и ребенка из роддома. На выписку приезжали Ирина Агибалова, Дарья и Сергей Пынцари. Жить Самсоновы будут у родителей Юлии, где уже готово все необходимое для ребенка. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.